Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Фибоначчи, и добро пожаловать на прохождение игры под названием Mini-Shoot Adventures. Это у нас метроидвания с видом сверху, про инопланетный кораблик, вот за него мы будем играть, будем уничтожать врагов, спасать мир, встречать боссов и так далее. Большое спасибо разработчику Soul Game Studio, что прислали мне ключик для игры. Ну и, собственно, начнем прохождение. Должно быть весело. Так, это я проверял. Начать новую, конечно. Рекомендуем выбрать этот режим, если вы часто играете в шутеры с видом сверху или предпочитаете более напряженные бои. Ну вот, берем самый сложный. Тут сейчас небольшой мультик, я его толком не видел. Зло пришло в мир корабликов. Проснись, малыш. Здесь появилась скверна. Изгнанный вернулся. Ищи своих друзей-корабликов. Обрети мои первозданные силы и верни равновесие великому кристаллу. Так, это надо выбраться. Он у нас даже летать не умеет. Сюда можно упасть и утонуть. И за это даже дали забавные достижения. Типа, так я даже не умею летать. Туда пока, наверное, не пройти. Может, как-то потом туда можно будет вернуться. Пока вот кнопочка. Так. А там ничего не открылось? Там наоборот закрылось. Так, может, теперь там открылось? Хер. Ну, скорее всего, сюда можно будет вернуться. Кстати, никакой карты нету, поэтому насчет именно метроидвании я не совсем уверен, но игра классифицируется жанром именно как метроидвания. Тут мне обратно нельзя. Пока и левой кнопкой, и правой кнопкой одни и те же выстрелы. Ну все, дальше я уже не играл. Так. Собираем какую-то фигню. Это, наверное, опыт. Будет левел, и там будем выбирать способности нашего инопланетного кораблика. А что, туда-то вот можно пройти? Конечно. Секретные комнаты, как же без них? Так. Мне не хочется, чтобы он меня сейчас трогал. 3 сердечка здоровья у меня всего. А, ну вот, обратно, да? Так, ой, замес. Ну, прицел я сделал маленьким. Думаю, так удобнее будет. Потому что он сначала стоял очень большой. Хотя, может быть, можно чуть-чуть будет потом побольше сделать. Ну что, тут ничего секретного нету. Дальше. Выберите режим прицеливания. Ручной. Прицеливание вручную правым мини-джойстиком. А, не видите, тут все для этого. Разворот корабля к врагам при стрельбе. Автоматическое наведение стрельба. Да, ручной, конечно же. Можно изменить в любой момент. А он и так разворачивается при стрельбе, чё? О чем речь? Слевел, наверное, будет. Я хоть что-то прокачал. О! Новый уровень. Игра, кстати, на сегодня в Steam топ-1 в новинках.
Топ-2, там порнуха какая-то. Так, улучшить. Давайте. Что можно сделать? Вот. Урон на 2. У меня 1. Дальность, скорость. Шанс крита, скорость передвижения, скорость пуль. Пока, наверное, дальность, потому что видно, что дальность хромает. А, улучшить, а потом я, так, в раздумье, вот, странные достижения. Сначала улучшить, затем понизить. Система странных достижений тут нам доступна. Не намного дальше стало. Не, ну это прикольно, если можно будет потом со временем убирать. Хотелось бы какого-то, может быть, открытого мира. Ну, посмотрим. Так. Вот подружился я. А что это у него? Кто-то кусок отгрыз. Что он будет делать? Куда ты меня ведешь? Пушка уровень 2. Обменять. На что? На 5. А у меня 0. А мне не хватает, дядь. Дай бесплатно. Я ж тебе жизнь спас. Ну, понятно. Надо где-то искать эти красные штуковины. Тут выбираем, в какую сторону. Прыгать я пока не умею. Прыгать, летать. Не знаю, что-то. Ничего не умею пока. Вражеские кораблики. Черное сердце какое-то. О, что это? Ну-ка. Способность самонаводящихся патронов не помешала бы. Но мне туда не пройти пока что. И сюда мне не пройти. И чё ты? Ты поспрятался, что ли? А? Говноед. О. Ага, мост соорудили. Твари прячутся. Они мне так мешать будут. Так, ну поехали. Сразу. Туда пока не вариант. Это обратно. Тоже пока не надо. О! Опа. Это была ловушка. Чё я нашел, блин? Надо бы урон, наверное, получить. Наверное, достижения за это дадут. Может, сдохнуть тоже достижения дадут. Ой, какая крутая штукенция тут. Да дохни уже! Вообще падать не собирается. Чё, блин? Сколько тебя долбить-то? Ой. Это тоже враг. Ну вот, здесь мне дальность помогает сейчас. Так бы я, может, не достреливал. Хреново, что у них здоровья не видно. Сколько его пинать? Зачем его пинать? Все, допинал. Так, вот одна эта. Мне надо 5, чтобы улучшить мою пушку. Никакой карты, ничего нету. Идем наверх. Тут тоже ловушка. Ой, блин. В натуре ловушка. Еще и сзади. Я даже не видел, что он появился. А пули, они слегка вон самонаводятся все же. Кнопка очередная. В пещеру. Мне предлагают пойти в пещеру. Но пока нет. Сейчас тут все дочистим. Опа. Че, еще раз, что ли? Конечно, все прекрасно, но что это такое? А, вот эта карта. Это мир. Надеюсь, не весь. Вот весь мир, а это я только кусок открыл. Там какой-то супер-мега-босс. Я туда пока не могу пройти, там нету этой. Прокрутился, погнали дальше.
Что это за фигня? Горости, что ли? Ой, очередная засада. Ну нифига тут враги здоровые. Но он вот так не прострелит, да? Зачем этого дебильного кретина туда поставили тогда? Раз он не может прострелить. Новый левел. Что теперь? Скорострельность? Или дальше дальность? А дальше две нужно. Скорость стрельбы. Урон тоже надо две. Скорость пуль. Скорость передвижения. Так, давайте скорость стрельбы сначала. Дальше надо будет три. Ого! Фига, она повысилась. Нормально так. Еще две этих нашел. И что, откроется? Прикольно. Четыре, да? Нужно пять. Опа. Так. Ну это пока все не страшно и очень просто. Там главное, чтобы игра очень легкой не была, а то встречаются у меня такие игры время от времени. Вроде как рогалики, метроидвания и так далее. Они по своей сути, по своему жанру должны быть сложные. Они оказываются очень легкие. Это и неинтересно в них играть. Все, нашел синий куб. Так, это ускорение. Ускорение, чтобы вон туда перелететь. Так, М. А туда куда? Там карта заканчивается. А, там карта заканчивается та, которую я вижу. Цветочки, они постоянно появляются. Опа. Город. Как в него попадать-то? Не здесь же? Вот, да? Опа. Ну вот эта пещера. Все, выход я себе сделал. Сдохни. Так, меня это все не устраивает. Мне надо обратно. Я там ушел вверх. Вот. Туда вниз сходить. Направо, наверное, пустырь. И... Вот какие-то эти отмечены. Возможно, это способности или что-то типа того. Вот это. Сердце. Сердце никак не отмечено, кстати. Че, я так всегда могу делать? А-а. А где показатель? Нету показателя. Просто он заканчивается. Угу. Секретная комната. Без карты не нашел бы. Да иди ты. Блин, а? Это вон та дрянь стреляет. Это противно. Она еще, видите, она не в меня, а куда-то. Но сейчас в меня начала. Вот, сердце. Что это даст? Может навсегда сердечко? Или просто кусочек? И? Так. Не знаю, что это сердце дало. Мы пока даже ни разу не зацепили меня. Может, ты зацепишь? Нет. Так, вот еще пещера. Пещера хоть как-то отмечены. Блин, там было. Там, типа, ищи. Тут, кстати, можно. Ага, еще кусок сердца. Может, это типа лечение? Может, ты меня врежешь? А то и не стоит их собирать. Я думаю, это что-то типа лечения. Вернемся к нему, да? Я как бы знаю, что оно здесь. Там что-то еще закрытое было. Опа. Опа. Местоположение корабля неизвестно. Прикольно.
Что думаешь, это тебя спасет? Не знаю, мне и без геймпада удобно на клаве. Уж как-то привычнее, хоть и геймпад есть. Как туда попасть? Система пещер. Тут надо, наверное, карту найти в пещерах именно. Да тут все, ничего нету. Что-то какие-то... Что-то с ним происходит, какие-то звуки. Это что, блин? Убивать? Ай, вот и зацепило меня. Вот этот козел зацепил. Сначала от мелкого говна поизбавляться, а потом... Так, ну вот отхавали у меня кусок сердечка, да? Что будет, если сдохну? Сдох! Так, можно идти пушку делать. Туда путь в один конец. Новый левел. Может, сначала пушку сделать? Сначала я хочу, да, и пойти проверить... Вот все способности. Это энергия какая-то, да, наверное? Шанс крита, скорость передвижения, да, пока нормально. Скорость при ускорении пока тоже нормально вроде. Скорость пуль, не надо. Ну, теперь урон, теперь еще левел, чтобы больше урона было. Можно, кстати, замедлять медленно, чтобы ползал. Тут дальности тупо не хватит. Ну, дальность... Либо не урон, а дальность увеличивать. Мотаюсь-ка я к началу. Куплю пушку. И сердце сейчас надо юзануть. Чё? А. КП восстановило, но... Да блин! Что же вы меня окружаете-то? Урон позволит быстрее их убивать. Опа. Что, блин, истребитель, что ли? Еще раз взять? Я его не взял. Я его в итоге не взял. А что восстановилось? Вот, это какая-то энергия. Вот это. Надо целый кристалл набить. И чё, блин? Как их опустить? Алло! Какими-то взрывами, может быть? Так, мне на начало куда? Ну вот так. Здесь я и не ходил. Ломаются. Камешки не ломаются. Пока. Блин, не убил. Да, может побольше прицел. Иногда теряется. Теряю мышку. А может просто дело привычки. Мне кажется, я тут пока не перелечу. Да блин. Да, надо управление сменить. На начало, в общем. Это в пещеру? Я так и думал, что я попаду прямиком сюда. Вот почему-то я так и думал. Потому что как еще сюда попасть? Что я нашел? Хоть показали бы. Карту на тап сделать. Инвентарь на С. Сейчас мы вторую пушку купим. Так, вон там нет секретов. И тут.
Так, вот еще пещера. Часть пещеры. Где ты, чел? Я готов. Пушка уровень 2. Давай. Пушка 3 аж 22 стоит. Ну? Теперь двумя. Вот еще пещера. Я пока управление сменю. Не сменю. Карту тут и нельзя сменить. Там даже нету этой. Нету такой точки. Вернее, кнопки, как карта. Сюда надо какие-то 4 предмета, да, притащить, и там что-то появится. А вот это тоже сломается. Все пустые. Разбить все банки в доме семьи. Это дом семьи. Что же я наделал-то? Так, вот тут что-то есть. Может, способность. Новая. Ой. Ну, блин, с двумя патронами, конечно, совсем другое дело. И урон особо не нужен. Ну, значит, будем дальность качать. Пока что дальность и скорость стрельбы. Раз урон у нас поднимается за счет пушек. Че, тут никак нельзя пройти? Еще один корабль, который нужно спасать. Так. А. Тут надо уметь летать. Либо воду выключить. Воду как-то надо включить. Ну вот. Этой секретки на карте не видно. Опа. Так, у вас тут... Как-то даже дофига. Блин, ты чё, офигел? Я сам себя в угол там завел просто. Думал, этот сдохнет побыстрее, а он взял и не сдох. Капец, как дальности не хватает. Приходится к ним в упор подходить. Да блин! Один хп остается. Вот он слишком резко в меня влетел. Опа. Ай, сдох нахер. Да, блин. Бедное мое дитя. Сдаваться сейчас нельзя. Нужно остановить изгнанного. Пусть даже порвав ограниченность своей природы. Что произойдет? Где я появлюсь? Не заново же я буду проходить. А ничего не произошло. Даже опыт не потерял. А здесь что? Ладно. Это вернуться в начало. Мне пока ни к чему. Надрали задницу-то, а? Может, сначала тогда получить эту? А, ее не получишь так просто, да? Левел. Дальность стрельбы. Две. А это скорость при ускорении. Дальность стрельбы. Слушай, сейчас вот она вообще не увеличилась. И прокачал. Все, это последняя волна, которая оставалась. И мы с нее и продолжаем. Ну, блин, знаете, если за смерть ничего нету, то... Нет, это не последняя волна. Это вот тут меня убили, правильно? Какие противные товарищи.
летают, блин. А эти на предик твари стреляют. Я еще тогда заметил. Ай, блин, смотрите, какие хитрые. Да, блин, все-таки последняя в меня попала. О, хпшка. Ты летишь в эту сторону, а они тебя наперед закидывают. Так, все это ради вот этой штуки. Ради этой энергии. Можно было бы как-нибудь отмечать. Это зачищено, это зачистил, это зачистил. Пока чисто по памяти. Че, попробуем? А. Нет, ну а... Конечно же. Че, на карт куда-то уходит? Постоянно. Так, тут тупик. Тут вот надо с той стороны обходить. Пойдем обходить. Был же здесь? Не был. А эти что-то как-то не летят. Они в прошлый раз быстро прям на меня летели. Так, снайперов этих. Блин, потерял прицел. Ай, попал все-таки. Благо хп даю. Открывай. Все, что ли, не открыть? Как-то надо поджечь. Да? Как-то поджечь эти урны. Так, вот секрет. Верно. На карте отмечен? Нет. Значит, должно быть что-то мега топовое. Например, болото. Вот. Вот, куча кустов. Да. Пещера. Или просто проход. Опачки. Друг. Перчок. Я задумал, он сожрать меня хочет. Один сверчок найден. Так, ну пойдем. Да, просто проход. Кустов нет. Еще часть энергии. Кстати, последняя, четвертая. Что произойдет? Ой! Это ж навсегда сердце. Охренительная штука. И все. Обратно уже не вернуться. А тут смотрите, что. А-а-а! Эта штука не убивается. Да блин! Как с тобой сражаться, ты кретин? Мимо них как-то надо пробегать. О, вот тут вроде безопаснее всего. Вот сюда надо было сразу. Какой тупой кретин! Как тебя убивать-то? Блин, вот это вот плохо, что есть места, откуда не выберешься. Ну, только сдохнув. Ну да, и за смерть ничего нету. Тоже как-то не очень. А теперь два этих кретина. Одного полчаса бил. Ну ладно. Вот тут действительно просто. Это там я как бы был немножко заперт. А что, потом 4 будет? Ой. Чуть сам не лоханулся. Ну, лучше бы я не дальность, а скорострельность прокачал. Но я могу убрать же в любой момент. Только мне пауза нужна. А она пауза нажимается, да? Убрал. И пока скорострельность... А, она 3 стоит. Ну, там можно взять дамаг и... Дамаг. Поставить цифры урона, чтобы отображались как-нибудь. Но вроде я такой настройки не видел. Сейчас быстренько будет глянуть. Так, минус один. Минус два. Стоп. Нет, не стоп. Это здесь. Графика.
Вертикальная синхронизация на весь экран, сложность, доступность, общая, общая. Да нет, ничего. Размер курсора. 4, 5. Сколько их тут сейчас будет? Слушайте, как с ними бороться? Никак. Я только увидел, что я успел уровень набрать. Пока никак. Пока мне на них ни урона не хватает, ничего не хватает. Дальность 2. Урон 3. Скорость теперь. Но пока можно скорость пуль, например, или шанс крита. Шанс крита. Раз их можно в любой момент убрать. Устальная пуля. Ваши пули с небольшой долей вероятности могут оглушить большинство врагов. А, вот что это. А я уж расстроился, да, что не показали. Показали. Супер-мега-секретку нашел. Так, что, налево? Ага. Не особо-то можно пройти, да? Да нет. Заметно, заметно, конечно, дальность. Значит, сюда. Ну вот, обычные слабые враги. Так, у нас еще вот тут я оставлял сердце, да? Или нет? Я его забрал. А, они появляются. Там я до конца не пошел. По причине того, что я там типа, тупо не достреливал. Ай. Зачем это сделано? Я что, научусь плавать? Пока сюда. Сейчас надо будет в ту пещеру вернуться, конечно. Но пока сюда. Падла, снайпер. Эй! Ну блин! Лох. Вот. Вот. А! Умираешь? Все ресуются. Поэтому не стоит умирать. Ну, раз уж я случайно вернулся в пещеру, значит и пойдем по пещере. Так, когда внизу секретка, там видно. Вот у них, конечно, дальность пуль хорошая. Карты здесь нет. Туда путь в один конец. Вот, алтари горят. А это что-то хорошее. А? Оно мне показывает путь? Мне надо ее не упустить из виду, что ли? Ай! Ты меня убьешь так? Мать! Кто так делает? Или поймать тебя надо? Может, убить тебя надо? А то мне уже хочется убить. Надо было ее обогнать. Я понял. Тут мне ничего не сделать. Дубль 2 дадут? Я-то думал, блин. Ее всего лишь обогнать надо. Типа эта скотина еще не читерила, блин. Ну вот тут вот вообще нечестно так-то. Да пошла ты нахер! Я тебе... Блин, ты летать умеешь, я не умею. Я знаю, как ее обогнать.
Мы берем сейчас вот это вот, убираем дамаг, убираем скорость стрельбы, делаем так, так, убираем вот это. Три. Скорость при ускорении, скорость передвижения. Потом все обратно выставим. К этому еще и привыкнуть надо. Ну нифига он летать стал. Так, пусть восстановится. Рывок, все. Да! Сам попал. Ну ладно, главное пройти. Ничего страшного не произошло. Я даже без скорости тебя обгоню, тварина тупая. Или нет? Все, сдавайся, трус. Понравилось, да? Давай мне левел сразу, 2. Дитя Кристалла, тебе удалось найти одного из моих духов. Доставь их всех в безопасное место, и тогда откроется вход в их тайную башню. Всего-то. Скорость пуль пока, да? Так, что здесь еще осталось? Вообще не сдохнуть, у меня 1 хп. Или наоборот сдохнуть. Опа, сейчас замес будет. Ну конечно, как же без этого. Да блин, потерял прицел опять. Вот это вот, конечно, может... Я его, наверное, сразу сейчас побольше сделаю. Он был, наверное, на максимум. Так. Я понимаю, что ты типа мега крут. Но давай-ка ты... Ему по жопе надо стрелять. Когда он становится... Вот так. Все. О, 2 сердца. И это. Одна? Одна всего? Вы чё? За такого сложного босса всего одну? Ну хотя бы сердца пополнили, ладно. Здесь карту надо найти. Эта пещера пройдена. И вышел я... Вот аж куда. Тут вот я везде бегал. На побережье. Эти цветочки просто быстрее рывок восстанавливают. Да, проблема с дальностью меня еще долго будет беспокоить. Ага, понятно. Тут надо было открывать с другой стороны. Вот здесь... Это только что я прошел, правильно? Правильно. А там точно все в этих пещерах? Где места я посетил? Так, я же здесь бывал. Какой черт я сюда еще раз пошел? Там вот надо было мне до конца пробежать. Вот тут что? Ничего. Уже ничего. Вот. Туда вот надо. Только как? Здесь столбы не пройти. Надо поднимать дорожку. Здесь нифига нету. А, ну вообще туда за карту только разве что заходить куда-то. Так, полетели. Вот. Да видно вас было еще издалека. Я не вижу, как ее открывать. Разве что я научусь прыгать. Еще левел. Пока можно скорость, наверное, сделать.
Потом убираем это. Или шанс крита давайте. Мини-секреточка. Все, здесь мне не пройти пока. Блин, быстрых перемещений нету. Вот здесь вниз идти. Или там закрыто было? А. Как-то убрать столбы. Но остается босс. Или туда вон налево. Пойдемте туда налево. Я уже, блин, типа они хоть как-то отмечались? Они же никак не отмечаются. А, налево, вот и прошел я налево. Здесь не пройти, там не пройти, там закрыто. Остается только вниз, вот либо на него. А, вниз я только что смотрел, там тоже закрыто. Здесь сложно. Значит, только босс остается, да? А это что, можно сломать? Наверное, вряд ли. Только что она дает? Ой-ой-ой-ой-ой! Сюда тоже пока не попасть, но тут прыгать надо будет. А, из пещеры надо будет выйти. Значит, я либо там где-то секретную, может, комнатку пропустил, либо что-то типа того. Выглядит страшно, но а что делать? А, нужен ключ? То есть все, до свидания. А вот и ключ. Ага. Туда пойду. В общем, тут надолго, походу. Карты тут тоже нету, да? Так, ладно, на выход. В принципе, игра интересная. Где тут сохранение вообще? А, просто сохранить и выйти. Игра интересная, продолжим ее проходить. Я думаю, она не очень долгая будет по прохождению. Ну и будет интересно почитать ваши комментарии по поводу данной игрули. Игра пока что только на комп. Хотя такая игра вполне могла бы и на телефон выйти. И очень там смотрелась бы неплохо. Ну и если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски по игре. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.